Лидеры рынка пищевой промышленности продолжают делиться своим опытом на выставке World Food 2022. Рядом со мной один из участников, Оксана Косового. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Я представляю Киржачский молочный завод. Это завод во Владимирской области, существует больше 80 лет. На рынке Москвы, областей и вообще в федеральном масштабе представлен достаточно хорошо. Расскажите, пожалуйста, раз так долго существует завод, есть какие-то моменты гордости отдельные, которые хотелось бы выделить? Конечно. Мы отбираем самое лучшее молоко во Владимирской области и прилегающих областях и делаем из него вкусную молочную продукцию. Очень гордимся нашим творогом. Вот, и, ну, творог, сметана, все самое вкусное для наших покупателей. Отлично. А, Оксана, мы знаем, что вы сегодня получили награды. Расскажите, в каком количестве вы получили награды и было ли это ожидаемым? Мы сегодня участвовали в конкурсе «Продукт года» в рамках выставки и заявили целых 7 продуктов нашего завода. И все 7 продуктов были оценены золотыми медалями. Мы получили 7 дипломов, чем очень гордимся. Очень успешная у вас получается компания и продукты замечательные. Расскажите о ближайших каких-то перспективах, на что нацелена компания, собираетесь ли вы расширять линейку ассортимента? Однозначно планируем, однозначно будем расширять и ассортимент. Более того, мы сейчас наращиваем мощности, планируется запуск дополнительных линий оборудования для того, чтобы делать продукцию не только вкусную и в достаточном количестве, но еще и много ее, чтобы было. Спасибо большое, Оксана. Тогда желаем вам успехов в развитии. Спасибо большое. До свидания.